Милок-то этот, оказывается, и вещи марает. По-третье. И самое обидное, что это все находится не на волосках, а на коже. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Лина, и сегодня хочу вместе с вами протестировать очень дешевые бьюти-штучки из всем известного магазина Fix Price. Кстати, а ты уже подписан на мой канал? Если нет, тогда скорее нажимай эту красненькую кнопочку, ведь на моем канале ролики выходят каждый день. Ну или почти каждый. А если вы уже подписаны, тогда скорее нажимайте на колокольчик, ведь первые 10 человек, которые комментируют ролик, попадают в видео. Итак, прошлые счастливчики! Как же я вас всех люблю. Меня часто спрашивают, во что же можно поиграть девочкам. Я советую очень крутую игру Star Stable. Здесь ты можешь создать самого красивого и необычного персонажа. Покупай модную одежду, делай крутые прически и ни в чем себе не отказывай. А еще у тебя будет своя лошадка, почти как настоящая. Садись на нее и путешествуй по огромному миру, полному приключений и новых друзей. Кстати, сейчас Star Stable всем дают крутые подарки. Ссылка на эту игру с лошадками в описании. Скорее скачивай ее, она абсолютно бесплатная. Ну что, все сделали? Тогда поехали! Кстати, сейчас я хочу передать привет Ксюше. Твой комментарий под прошлым роликом каким-то чудом остался незамеченным и не набрал лайков. Поэтому, Ксюша, огромный тебе приветик. А если ты хочешь получить привет, тогда скорее пиши комментарий и лайк у других комментаторов. Кстати, комментариев можешь писать сразу же несколько, тогда твои шансы на попадание в следующий ролик удвоятся. Итак, ребята, первая штучка, которую я хочу протестировать, зеленка. Посмотрите, в каком она флакончике идет. И да, у меня очень большие сомнения по поводу этого предмета. Первый вопрос, который у меня возникает, почему она стоит 55 рублей, а не 8, как, например, в аптеке. Возможно, это из-за такой аккуратной и удобной упаковки. Посмотрите, тут какая прикольная баночка. Открываем. Ту-ту! Вот такой вот мини-флакончик. Но, ребят, самое интересное, что на упаковке написано, якобы эта зеленка не пачкает руки. Как так? Я не понимаю. Если вы тоже, то обязательно поставьте лайк. Ладно, открываем нашу зеленочку. И... так, где-то у меня тут была ранка. Вот она. Сейчас мы с вами попробуем намазать эту ранку. Ребят, ну действительно, ее удобнее гораздо использовать, чем обычную зеленку. Я помню, там приходилось бегать, искать какую-то ватную палочку или какую-нибудь ваточку, чтобы помазать себе ранку. А тут просто раз и нанес маркером все это. Прям прикольно. Кстати, ребята, давайте проверим, замараюсь ли я, если задену это место чистой рукой. Погнали! Прям хорошенечко так повожу по ранке. И... вуаля! Ну да, такое небольшое пятнышко зеленого есть. Но все-таки я думаю, что это прикольный предмет. Ну а дальше давайте проверим вот такой вот прикольный аппарат для чистки лица. Он стоит, конечно, уже 99 рублей за место 55. Ну да ладно. Открываем нашу упаковочку. Так, тут запечатан у нас скотч. Это очень хорошо. А то, знаете, бывает, приходишь в магазин, а там просто все распечатано и валяется так просто, без упаковок даже. А здесь как бы так все цивильненько. Да откройся ты уже. Есть. Баночка открывается и достается оттуда какая-то щетка. Ребят, посмотрите, на упаковке написано, что в наборе идут две насадки. Так и есть. Две насадки присутствуют. Ура! Нас в этом не обманули. И вот такой вот сам по себе аппаратик. Кстати, насчет батареек. Также на упаковке написали, что батарейки в комплект не входят. Поэтому я заранее их подготовила. Сейчас мы с вами все равно протестируем эту штуку. Как это открывается-то? А, вот. Сим-сим, откройся. Вставляем батареечки. Для этого аппарата, кстати, вам понадобятся пальчиковые батарейки. Да, аппарат точно работает. Зашумел, зашумел. Аж напугал меня. Какой ты быстрый, шустрый. Итак, при работе с правой половиной лица держите аппарат вертикально. Смотрите, ребята, я выяснила, что есть целых два режима. Один такой слабенький, а другой посильнее. Прикольно. Ну ладно, давайте уже использовать его. Включу сначала слабенький, а то мало ли. Кожа, блин, сейчас как отщипит мне. Ну. Упс, по-моему, я его сломал. Это щекотно!
Ребята, это очень щекотно, но прикольно. Не знаю, насколько у меня будет чистая кожа. Смотрите, если я сильно прижимаю, то наш аппарат сразу же выключается. Мне это уже не нравится. И да, тут мой тональный крем остается. Посмотрите. Значит, все-таки эта штучка действительно работает. Я так понимаю, чтобы ее запустить, нам нужно покрутить это колесико. Наверное, мощности просто не хватает. Сейчас добавим. На лбу это вообще капец, как щекотно. Ладно, в общем, что-то мне тут аж сбороздило кожу. Эта насадка точно рабочая, потому что весь тональный крем на нее собирается с легкостью. Ну, давайте попробуем другую. Поехали. Это такая пожестче щеточка будет. Ну, такое, знаете, не очень приятное ощущение на лице. Но вообще, ребята, этот аппарат действительно рабочий. И за 55 рублей это очень крутая штука, по-моему. Буду теперь каждый вечер натираться ей. Хотя тут написано, что чистить кожу нужно 1-2 раза в неделю, не больше. Поэтому не будем переусердствовать и уберем ее подальше. Следующее, что я купила в этом магазине, вот такая вот крем-краска. Если честно, я не хочу красить свои брови и ресницы уж тем более. Они у меня и так, по-моему, слишком черные. Но что не сделаешь ради вас. Надо же протестировать эту штуку как следует. Ой, как она сложно открывается. Не люблю я такие упаковки. Выпадай. Итак, ребята, посмотрите, это супер маленький тюбик. Я даже не знаю, хватит его на один раз или нет. Итак, для того, чтобы покрасить наши бровки или там реснички, нужно нанести эту красочку на 15 или 20 минут. Офигеть, это, по-моему, долго. Опасно это дело. Краска у меня черного цвета, кстати. Блин, ребят, ну не знаю, давайте попробуем покрасить руку. Тут есть волоски. Конечно, если они у меня покрасятся, вот это будет прикол. Вот, буду ходить такая с черной рукой. Это будет жестко. Но я рискну, пожалуй. Мамочки, сейчас как покрасится моя рука. Так, даже не знаю, жиру нам нужно нанести или немножко. В общем, мне стрёмно. Ребят, все запоминаем, какой отрезок я выбирала. А то вдруг ничего не покрасится, и вы потом скажете, Лина, ты вообще не наносила краски. Да, конечно. Вот, рядом с часами, прям тютелька в тютельку. Теперь нам нужно подождать 15-20 минут, чтобы все это высохло, и мы пойдем смоем. Проверим, что же там будет. Хоть бы это не работало. Вот я прям сейчас просто думала о том, чтобы эта краска не работала. А пока я жду, сейчас зайду в Инстаграм и полайкаю своих самых активных подписчиков. Поэтому заходим. Сейчас я вам все покажу, как я выбираю. Захожу под любую фотографию, например, вот под эту. И смотрю здесь комментарии. Солнышко. Вот какая девочка. Открываем ее фоточки и ставим лайк. А также давайте напишем комментарий. Милашка. Мне нравится эта девочка. Ба-ба-ба-ба. Так, давайте найдем еще какую-нибудь девочку. Лина, я тебе же. Ух, закрытый аккаунт, прости. Так, девочка снимает очень часто ролики, но нам нужна фоточка. Ставим лайк ей и поставим какой-нибудь смайлик ей в комментариях. Например, сердечко. Отлично. И давайте еще кого-нибудь найдем. Я тебя обожаю, ты самый лучший блогер. Спасибо, господи, как это приятно слышать от вас. Заходим, ставим лайк. И, конечно же, сердечко, сердечко, сердечко. А если вы хотите, чтобы я и вам ставила лайки, комментировала фоточки, тогда обязательно подписывайтесь на меня в Инстаграме, пишите свои комментарии, будьте активными, и все, ждите меня в своем профиле. Ну, а тем временем прошло 20 минут, и я пошла смывать всю эту гадость. Надеюсь, что ты не покрасилась. Вот прям обожать буду тебя, если ты не покрасила меня. Ой, я что-то рано микрофон начала снимать. В общем, ребята, произошло тут у меня не очень хорошее событие. Вы только посмотрите, я отмывала эту краску, но она все равно остается.
и никуда не уходит. А самый прикол и самое обидное, что это все находится не на волосках, а на коже. То есть производитель нам обещает, что наши брови будут покрашены. Но на самом деле у вас будут не брови покрашены и не ресницы даже, а просто кожа. Я думаю, что сейчас пройдет несколько часов и просто само собой все смоется. То есть я буду мыть руки, и эта краска просто сойдет с моей руки. То же самое произойдет с вашими бровями, когда вы будете умываться. И это просто капец, вы потратите деньги на эту краску и ничего в ответ не получите. Ну получите, но эффект будет длиться буквально пару дней. И то, если хорошенечко не умываться, а теперь подумайте, надо ли вам это или нет. Если нет, то не покупайте такую краску. А сейчас у нас на очереди матирующие салфетки для лица. Открываем их. Они должны удалять жирный блеск и не нарушать при этом макияж. Сейчас мы вместе с вами это и проверим. Смотрите, в какой они клевой упаковке. За 55 рублей это очень даже оригинально. Тут есть вот такой вот ключик. А это такая дополнительная защита салфеток от всякой пыли. Берем салфеточку. Посмотрите, какая она голубенькая. Прозрачная почти что. И сейчас нам нужно провести этой салфеточкой по самым жирным и блестящим местам. У меня это нос. Кстати, я знаю, что у многих людей блестящие и жирные места именно нос. Сейчас мы с вами уберем весь блеск. Итак, мой вердикт. Блеск и жир реально убираются. Я не знаю, видно ли вам это на камеру, но на салфетке место, которым я протирала кожу, стало такое жирное и сальное. Обалдеть, салфетки действительно работают. А самое-то главное, что тональный крем-то тут не присутствует. Значит, действительно, салфетки не нарушают макияж. Очень крутая вещь. Обязательно купите такую и пользуйтесь, если у вас жирная кожа. Но, ребят, я подумала, что о красоте нужно заботиться не только о своей, но и о своих кошечках, о своих питомцах. Фу, Моня, ты как раз линяешь. Я купила для нее щеточку, вот такую расческу для густого под шерстка. Пусть реально шерсть летит. Итак, давайте пробовать расчесочку нашу. Моня, тебе нравится? Смотрите, на расческе реально остаются волосы. И, по-моему, моя Монечка этому рада. Ну-ка, давай голову твою почешем. Голову? Да не бойся ты, я тебя почешу. Но вообще я не сомневаюсь, что этот предмет будет работать. Я больше хотела увидеть реакцию кошки на него. И вообще узнать, не будет ли ей больно. Потому что посмотрите, какие здесь стальные щетины. Она уже хочет продолжения. Не знаю, слышите вы или нет, как она мурлыкает. Подставлю ей микрофон даже. Прокомментируйте ваши впечатления, Моника Ричардовна. Да идите вы нафиг, я пошла. В общем, волос от Моники осталось дофига, и она убежала. Ну что, ребята, кошки мы уже шерсть расчесали, причесали, привели в порядок. Теперь можно и за свои взяться. А для этого я буду использовать вот такой вот мелок. Сейчас мы будем красить мои волосы. Если честно, я немного боюсь. А то как вот с этой краской получится, не смою потом. И куда мне? Я даже не знаю, какой тут будет цвет. Зеленый или, может быть, какой-нибудь другой. Итак, вы готовы узнать, что же меня ждет? Какой цвет волос у меня будет? Зеленый, все-таки будет зеленый, тем страшнее. Ладно, розовый. Так бывает, розовые пряди там себе красят, но зеленым я еще пока что не видела. А вы видели таких людей? В общем, нужно сделать вот так, как я понимаю. Накрутить себе немножко волос. Это все убираем. И зажимаем наши волосы с двух сторон. Мамочка. Они красятся. С моей стороны. Смотрите. Жесть. Волосы зеленеют на глазах. Обалдеть. Так, ладно, ребят, давайте проведем еще раз. О, смотрите, спонжик уже порвался. Вот это мелок. Мне даже не хватило на одну прядь. Но мы его все-таки добьем и попробуем еще раз. Жесть. Волосы-то реально зеленые становятся. Я не знаю, надеюсь, что это видно на камеру. Такая, знаете, немного больная процедура. О, особенно если вы зацепляете мелкие волоски, так это вообще больно, капец. В общем, по-моему, я достаточно проверила этот мелок. Волосы мои покрасились. Господи, мне даже смотреть на них теперь страшно. Я, по-моему, зеленая фея стала. Как вам мои пряди? По-моему, идеально.
Обязательно напишите в комментариях, какой мой новый цвет волос. Может быть, мне стоит полностью покраситься в зеленый или в розовый. В общем, ребята, если я в следующем ролике буду полностью зеленая, то не удивляйтесь. Значит, этот мелок просто не отмывается. Ну что, ребята, я сегодня ради вас покрасила все свои руки, волосы. И даже рисковала своей кожей лица, тестируя вот этот аппарат. Ну а вы ради меня обязательно поставьте лайк, и давайте наберем на этом ролике 5000 лайков, и тогда я сниму продолжение этой странной рубрики. Ну а сейчас пришло время загадок, вот вам 3 победителя, которые ответили правильно на загадку из прошлого ролика, а вот вам новая загадка. Какая цифра должна быть вместо знака вопроса? Свои ответы и предположения пишите в комментариях, правильные попадут в следующий ролик. А мелок-то этот оказывается и вещи марает. Офигеть, ребята! Капец! У меня вся футболка зеленая. То есть с этой стороны нормальная, а с этой зеленая. Не знаю, видно, не видно, но она зеленая. Ну а сейчас не забывайте нажать на эту кнопочку, чтобы подписаться. И смотрите вот эти вот видосики, они вам точно понравятся. Ну а с вами прощаюсь, всем пока.